Добрый день. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале «Экзегет». Вы спрашиваете, нужно ли оставлять еду на могилке. Вот я вам отвечаю, что вы бросьте все эти суеверия. Еду на могилке для кого вы оставляете? Какой в этом смысл? Что кто-то выйдет из могилки и будет есть эту еду, не дай бог. Да, в страшном сне такого не привидишь. Давайте милостыню, раздавайте еду нищим, голодным людям вот, туда, куда она пойдет впрок. Оставьте все эти, все эти языческие вещи. Если вы знаете, что где-то на кладбище при, приходит какой-то нищий, потом с этой могилки съесть эту еду, то не на могилу поставьте, а поставьте отдельно. Или ну, пусть этим кладбищенские занимаются сторожа, или кто-то еще. Организуйте раздачу этой еды. Но все это делайте в память об усопшем, потому что милость немногое покрывает грехи многие, как говорится в Писании. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео.